То есть женщина должна понять, что мужчина по природе очень послушный в сердце. Ну, то есть, другими словами, он очень серьезный. Послушный и серьезный — это одно и то же. Ну, допустим, взять в армию, да, допустим, нам равняет смирно. То есть, ну, представьте, допустим, женщина, допустим, и говорит: равняйся, он говорит: смирно. Знаете, ей очень тяжело, ну, так подчиняться просто, понимаете, вот так вот приказу какому-то, понимаете. Она по природе непослушная женщина, поэтому ей работать трудно где-то, потому что она не приемлет такого отношения к себе. То есть для нее отношение нормальное — это любовь. Ну, то есть женщина, если все-то что-то выходит за рамки любви, она вообще, ну, не принимает сердцем такие отношения вообще. Ей как бы не нравятся такие отношения. Не хочу вообще с этим иметь дело, потому что там неправильно все, нет любви. Вот она так построена. У нас плохой начальник, больше здесь работать не буду. Почему? Потому что не относится ко мне как к женщине. Ведет себя грубо, плохо ведет себя. Ну, то есть, видите, в мужчине есть вот это свойство, ну, слушаться, подчиниться. Вот, допустим, мужчина предается родине, отдает свою жизнь за родину, подчиняется, понимаете? Подчиняется начальству там и так далее. 40 мужиков могут жить в одной казарме. Спокойно вообще. Две женщины рядом жить не могут. С ума сходят просто. Понимаете, да, разницу? И вот для того, чтобы уважать мужчину, женщины, вот точно так же, как мужчина, он просто ведет себя ласково. Не то, что он ласковый, понимаете? Он просто ведет себя рядом с женщиной ласковой, чтобы найти контакт с ней. И ей этого достаточно, ей нравится, что он ведет себя с ней ласково. Она больше ничего от него не ждет. Правда? Вот вам же не важно, я ласковый по природе или нет. Главное, чтобы я ласково с вами говорил сейчас. Правда? Ну, от меня не ожидается, что я буду по природе ласковый. Представьте, если бы я был по природе ласковый, да? Здравствуйте. То есть от меня этого не ожидается, правда? Ну, то есть вы видите, что я внутри строгий, да? Ну, говорю ласково с вами. Этого достаточно, правда? Потому что я мужчина. Точно так же, мужчины, попытайтесь понять, я сейчас очень серьезные вещи говорю. Женщина по природе непокорная. Она смиренная по природе, послушная, но непокорная. Что, чем отличается одно от другого? Смотрите, женщина смиренная только когда ее любит. И послушная, когда ее любит. Но она грубости не подчиняется. Понимаете? Потому что это претит ее природе самой. Понятно, да? Теперь смотрите, мужчины. У вас все наоборот. Вы подчиняетесь строгости именно. Мужчина может подчиниться строгости. Вот теперь, женщины, от вас не требуется быть покорными. Надо просто делать вид, ну, то есть, внешне подчиняться мужской строгости. Понимаете, что это значит? Это значит вот вести себя определенным образом рядом с мужчиной. Вот, ну, как бы, ну, смотреть на него очень таким преданным взглядом, как будто у вас нет своего мнения там и так далее. Вот смотреть на него так, как будто бы он самый главный, серьезный, важный, и как бы и вы на втором месте. Не то, что так на самом деле есть, это просто способ вести себя с мужчиной. Причем интересно знать, что если мужчина хочет с мужчиной вести себя так, чтобы были близкие отношения, он точно так же должен себя с ним вести. Он должен подойти очень уважительно, так с чувством глубокого уважения с ним разговаривать, и тогда мужчина откроется. Он почувствует, что его понимают. Понимаете, да, о чем я говорю или нет? Женщины, еще раз повторяю, смотрите, уважение к божественной мужской природе не означает поломать себя. Ну, то есть женщина, еще раз повторяю, по природе непокорная. Она бунтует против любого насилия всегда.
Но для того, чтобы мужчина не совершал насилие, нужно просто вести себя с ним так, как он понимает. Вот женщина понимает ласку, а мужчина понимает подчинение. Чувствуете, да, о чем я говорю? Вот если женщина ведет себя с мужчиной вызывающе, то тогда мужчина включает петуха. Что это значит? Это значит, что он ее будет ломать. Причем он этого не хочет делать. Это происходит вопреки его воле, потому что по-другому он с ней жить не сможет. Понимаете, если женщина бунтует против мужчины, то мужчина не чувствует себя, что он контролирует ситуацию в отношениях. Он не чувствует себя мужчиной даже. Он не чувствует, что он нашел себе жену. Он не чувствует, что этот человек ему нужен и так далее. Потому что когда женщина бунтует, через нее к нему любовь не идет.